Картина это или фотография? Сытый и довольный тигр наблюдает за мирно пасущимися зебрами на фоне Килиманджаро. Ветер колышет прерию, и если бы не фирменный шильдик студии Dream Car Design, ни за что бы не поверили, что эта фотография выполнена на машине. Глубочайшая детальная прорисовка каждого волоска, каждой травинки. Чувствуется подход профессионала. Профессионала, создающего законченный тематический образ. Полотно художника, вырисованное на мотоцикле, это цепь плавно перетекающих сюжетов. Триптих современного фэнтези. И здесь важно понимать, что если вы решили украсить свой любимый авто аэрографией, то это не значит лепить первый попавшийся в голову рисунок, сделанный непонятно кем. Профи с головой, с фантазией сделать вам автомобиль, на который прохожие будут смотреть и не минуту, и не пять, и не десять. Вот смысл автоаэрографии.